Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Спроси у человека». Человек! И сегодня у меня в гостях необычный талантливый человек. Человек! У которого мы возьмем интервью. Итак. Итак. Да. Вы должны будете ответить на несколько вопросов, которые я вам задам. Да. Ответить честно и искренне, потому что рубрика «Спроси у человека» самая серьезная. Да. Программа. Хорошо. Да. Почему мир поглотил кризис? Да. Орегутикиури? Да. Ну, понятно, ваш ответ не очень ясен. Орегури. Это тоже, я с вами полностью согласен. Орегутикиури. Все поэтому. Ну, все понятно. Спасибо вам за искренний ответ. И следующий вопрос, который мы хотим вам задать. Следующий вопрос, который пришел нам от наших зрителей. Извините нас за звонок. Нам пишет Александр. Будьте здоровы. Нам пишет Александр из Новороссийска. Вопрос звучит следующим образом. Сели на новое место. Еще раз повторяю. Глобальное потепление – это миф или все-таки реальность? Судя по вашему смеху. А что вы скажете? А что вы скажете о недавних событиях? Ладно, перейдем к следующему вопросу. И следующий вопрос, извините, следующий вопрос на той стороне. Да, вырежьте потом это все из кадра. Я надеюсь, я задам вам последний вопрос, и вы ответите на него. Последний вопрос, который прислала нам пенсионерка из Воронежа, звучит следующим образом. Ответьте, пожалуйста. Чем грозит? Давай. Актер. Итак, друзья, в рубрике «Спроси у человека» у нас в гостях был наш уважаемый, самый талантливый человек на планете Кушан Синг. И мы прощаемся с вами. До новых встреч!